привет, это канал Бородач ТВ. Мы находимся на дискотеке 90-х. Вадим, всем привет.
Она влюбилась, похудела. Я потерялась! Фредди Меркьюри идет! Фредди Меркьюри идет! Откуда вы? Мы из Питера. Вы из Питера? Ой, извините. У нас целая компания. Извините, у вас вот просто это, как бы это... А это что такое? Алло. Я, кстати, как-то был.
дальше заходите, пожалуйста. Я дальше, потому что по кругу ходим. А, с вами советскими людьми так как бы трудно немножко. Да, пожалуйста. Блин. А как мне так достоять? Я потерялся. Кирюха, ты мне скажи честно, ты это видел? Иди сюда, иди как, вот какая яркая девчонка пошла. Кирюха, пока нету Ольги, честно тебе скажу. Приметил там пару цыпочек. Да, приметил. Два по 20% спит. Где? Ну конечно, где? Но в самом гуще. Я пошел, иначе сейчас подожди. Ну, пока еще есть возможность. Так, дорогие, 49 это мой номерок, и если я потеряюсь, я думал, что фотографируешь, там все. Кстати, пользуясь удобным таким случаем, сразу же реклама пошла, сервис заказов такси. Барбароли! Угомонитесь. Детская комната сафари. Барба! Так, подождите, мой... Агенту не жижу? Пошла. А Марии-то нету сейчас? Она бы что рекламировала? Она бы что рекламировала? А Серега, например. Серега? Так, на первом этаже. А, о! Этаже. Ты тоже что-то высоко получается? О! Да дай мне 20%! Рака в прямом эфире. Так сто пудов не подерутся, просто создают вид, что здесь какая-то тусовка. Вижу, получается. Дременная фотка. Давай еще. Я не смотрел. Сегодня у нас больно таблетная сегодня, да? Это было не вредно? Конечно, была не вредно. Ну это когда это? Назови-ка две недели. Ну это только Вадик знает. Две недели она не вредна. Вадик, только давай по существу. Прямо вот. Скажи, вот не только мне, чтобы все знали, да? Когда Марина вредила. Кто это? Вредная Марина, это ее стиль жизни, и это движитель ее жизни, и в том числе и моей. Но иногда, так сказать, нарываются, да, без Марин никуда, иногда нарываемся на грабли. Я не могу в эфире это произвести. Да ладно, зажги, скажи, на жесткую порку. Привет, как дела? Слушай, ты, наверное, на байке. Всем своим друзьям в любой уголок России.
с успехом, удачи. Отлично отдохнуть. Как не слышно, мы прямой. Как может быть второстепенное настроение, да? После первого акта, да? Акт, это слово. Я к чему? Это для нашего друга Гарина. Да, вообще для всех, кто не присутствует на данном мероприятии. О, я одного еще чувака вижу, тоже режим сисек врубил, вот там что-то. Вот. Надо ему срубить вот это. Тоже миньона? Да, миньона. Опасное, опасное животное, это миньон. Вадик. Сейчас нельзя, конечно, произносить. Платье ушел. Кто? Он ушел. Ну и бежал. Слушай, Марин, где все наши? Паша, Паша, это кто? Паша, это кто? Давай нашлись. В 45-м. По отношению к 45-му году, Паша, кто? Ну что, пойдем? Марина, ты можешь позвонить? Позвони Лене, узнай, где все находятся. Посмотрим, какой порог там, Марина, на всякий случай. Да, 4-0, да? Да, 4-0, из 7. Почистите, пройдите. Вы можете сейчас просто подобрать. Надо обязательно. Надо, 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 чтобы
не чай. Это морс. Девчонки, девчонки, вы куда идете? Стойте, стойте, стойте. Иди сюда. Такие симпатяги нам нужны. Красотка моя, иди сюда. Вот, понимаешь, вот все хотят зрители видеть вот это. Вот это? Бусинки. А, бусинки? Нет. Бусинки. Не надо поправляться, не надо. Передайте, передайте сотни в эфире для нас. Как вас зовут? Как вас найти? Просто никто не знает, как вас найти. Как вас найти? Так, подожди, быстренько, давайте срочно порядке адрес в Инстаграме или где-нибудь ВКонтакте. Как вас найти? Куда? Куда пошла? Подожди. Куда пошла? Быстро говори адрес страницы ВКонтакте. Опаньки. Ты понял, да? Вот, короче, для тех, вот, ну, Димка просто занимается психологией, там, отношений, все прочее. Вот как вариант, да, для того, чтобы... Миша, я понимаю, для чего все это. Да. Ты собираешь информацию для Димы, да, который все это анализирует, потом... Выдает. Что-то выдает. А можно быть, давай мы собираем. Пособираем информацию, но все-таки для себя, давай, а не для Димы. Ты, давай, что ты знаешь, хватит уже. Походу они тебя отшили.
экземпляры наших сограждан, те, которые великолепны для сюжета. Вот одна.
Это прямой эфир.
не могу это произнести слово сока, там, я говорю, хочу 20 девчонок показать. Очень стильно выглядишь, очень приятно. Да, спасибо. Вот так можно подходить к любой девчонке, когда у тебя есть камера в руках, реальный повод для того, чтобы сознакомиться. И когда говоришь прямой эфир, они ругаются, говоришь, не запоздало, у них реально, блин, да, давай, я готовы с тобой знакомиться. Просто мы дикие. Кирилл, хочешь виски? Давай, Кирилл, давай. В нашем деле, пацаны, главное не трухать и просто верить в ту легенду, которую вы сейчас придумали. Главное, какая легенда? Это сиськи, потому что я, в принципе, так и назвал прямой эфир. Решили сиськи, потому что если я потеряюсь, мы сейчас тут увидели, что безопасность, да, превыше всего. И дело в том, что я... Что они делают? Подожди, я не показываю. Обалдеть. Спустила. Слушай, не сдувается. Чуть не сказал слово. Ты молодец. Ты инвестировал правильно, да? Парни, кто тут? Ты маленький еще. Маленький, Кирюк. Тебе нельзя взрослые разговоры разговаривать. Где же наши пушки заряжены? Да вон, смотри. Вон они. Вопрос о медоношении. Я напрягся. Очень мне напрягся. Это по-серьезному. Кого? Какого исполнителя ждете? Тату. Кого? Тату. Руки вверх. Тату или тот того? Тот того. Не, ладно, еще лучше тату. Если в арене, если в арене.
А есть что-нибудь попить? Это уже просто сухо. Скоро я просто уже час болтаю. Дай бог тебе здоровья. Пойдем отсюда. Чун, слушай, ой, извиняюсь. Чун тебе сзади заходит. А еще, говорят, нельзя ничего принести. Ложку. А мы ничего не приносили. Ложку. Он сказал, ложку принесли. Господа, простите, пожалуйста, дайте хлеба. Серега, ты не в ту команду попал. У меня покрыли чуть-чуть осталось. Еще литр. Тут дискотека осталась ровно 55% батареи. Только что недавно было 5-4. Я тебя займусь. Нюхнуть? Ну да, знаешь, такое средство для носа. Он все в онлайне. Так, друзья, вы меня ищите. У меня, короче, режим сесть. А у нас со своим нельзя. А я пока никто не видит. Я главное не слышал. Есть почек тебя, потому что они спадают. Где Лена? Где тетки? Где тетки? Напиши им смс, что Михалыч сверкает пищей. Я здесь. А если я потеряюсь, то меня все нашли, я как этот, как елка новогодняя. Молодец. Как я тебе благодарю? Еще будет маленькая доза, потому что он сайт настроение. Надо что-то замутить, а с кем-нибудь пообщаться. Ну было бы прикольно, сам чувак. А? Кто-то еще прозвонит. Извините, да, все, наверное, трансляции больше не будет, так что звонить Миле, это, наверное, ваш косяк. Как я тебя ласкала? Две сестры поймут друг друга. Слышь, да, стой. This my dance. Короче, у Марины и у Вадика начались эти праздники. Подожди, сейчас он пришла и признала, что перед собой не заканчивается. У вас уже начинается. Да нет, Вадик любит пляс. Да нет, это означает, да мне нет. И вообще, я бы задумался на... Правда? Я жду, что Миша скажет, а Миша ничего не говорит. Поэтому, Лена, задумайся. В праздничных играх, что ли? Нужен ли тебе такой импотент? Вадик, это онлайн. Очень важная персона. Очень важная персона, это very important по-английски. Что сказал, не расслышал. Так. Это просто подключается люди. Радиорекорд, скажи, вот где телевизор с левой стороны, где телевизор с левой стороны. Давай, снимай. Я ничего не вижу. Снимай, Кирилла. Кирилла, снимай. Алло, блядь. А вот снимай, рога моргают, глаза такие желтые. Дай мне, бай. Вот видишь? Вот, смотри, это ты зашел на стол. Зашел на стол. Мигает. Бля, мы внизу, это полувялого мы. Стоим. Вот такие вот бывают проблемы, когда ты заходишь куда-то на доску большой компании, и часто люди теряются, и для этого очень важно найти какой-нибудь правильный знак или какой-нибудь там объект, который можно обязательно говорить. Потому что в больших компаниях, в больших тусовках очень плохо слышно. Смотри, наверх, там такие... Ну, наверное, Миша! Я не могу просто объяснить.
Марины попа видна? Да не видно, подожди. Ну-ка, отсюда плохо видно. Освещение дайте. Это рекорд? Не, немножко. Нашли? Не видно. Не, не нашли. Давай еще. Вот. На. Хотя, в принципе, песня не из 90-х, а с 50-х. Белая лошадь. Да ладно, Гарри, вонючка, дорогой вонючка, ты не знаешь. О, давай, о, толкай снизу. Давай, прыгай. Что-то начинается жесткое. Гарри, я-то могу сказать и услышу 10 человек или там 100 человек, а то, что ты напишешь, но, в принципе, вообще никто не видит. Я нахожусь с левой стороны от сцены, там, где есть телевизор, он один и умный. Не доходя до телевизора, порядка 20-30 метров. Напиши, пожалуйста, либо пускай подключаем. И у нас, кстати, есть еще познавательный знак, это, в общем, глаза, которые, кстати, мои глаза, я вообще, в принципе, считаю сосисками. Да что ты тупишь, что ли? Кирюха, дай сюда, как ты разговариваешь. Да это Женя Сырый. Дай сюда, я сейчас. На Мишу, он тебе скажет. Дай сюда. Пару слов. На Мишу. Алло. На Мишу. Подожди. Тихо, тишина. На Мишу. Ира. На Ира. Я на Мишу. И мочу, он только ходит. И да, на Мишу во всех победах шагов 10. Посмотри, мне хочется. Миша, там у меня ошибки. Глаза хорошо. Да, вот, я единственный здесь глаза ребенка. Это специально. Вот, давай. Вот так вот мы и находимся. Кухня в эфире. Да, конечно, мне кажется, Миша трудно потерять Мишу онлайн. Ну, конечно, Виктория. Все, ты еще не знаешь. Мне стало вообще супер-пупер классно. Похоже, чувак на Росаду. Сейчас к нам подойдут наши еще друзья. Ирина и Женя. Женя и Ирина. Я, наверное, слушаю, я просто пишу трубку телефона и думаю, что я... Задача максимально завести девчонок. На таких тусовках, как правило, в парке, ну я тоже как девчонка, отстрелялся, но вы запомните, идете на такие тусовки и будьте как можно более жизнераднее и эмоциональнее, потому что девчонки реально ведутся на более веселых чуваков. Нет, я не говорю, что это габатин. А пошел ты нахуй. Ты габатятин еще еду в руку. Иди отсюда. Я ж тебе говорю, хорош довязывай штуки уже. Шутка юмора. Я реально говорю, кстати, у Виктории правильно пишет, что меня... Да, это Кирилл. Тебе Виктория Базарова пишет. Кирилл, а тут да, Кирилл. Базарова. А, Базарова. И Габриэль. Ей по поводу телевизора, а? Телевизора познавательный знак. Я бы, конечно, сейчас ворвался бы в толпу. Блин, мои сиськи отобрали. Сейчас прямая трансляция, что-то просто не идет. Точно сейчас обнаружил пару любовников. Аккуратней, нас увидит ее муж. Прямо целуются. Да подожди, не видно, подожди. Ну, кстати, вот так вот сюда. Вот так. Не видно, что вы целуетесь. Вы целуетесь. Целуетесь. Мне кажется, ты используешь нас. Я говорю, что... Темнота и сейчас будет вступление. Темнота и чистота. Это просто the best.
никто не присутствует на данном шоу. Кто-то спиздил мои две парочки. Максимально делайте репост данной записи для того, чтобы как можно больше подключить к прямому эфиру людей, друзей, своих товарищей, подруг. Да, главное, подруг подключайте, потому что, пацаны, сейчас я вам буду показывать и рассказывать, как можно познакомиться с девчонками. И девчонки поставят реально супер-пупер кучу большую мега-лайков. Слушай, а что ты там записываешь? Ничего не видно тогда? Я взял шишку. Шоу сами, да? Я не все. А я прямо в эфире, ты ничего не видно.
Yeah.
Don't stop, come on, make a beat.
великолепно.
База такси исполняет.
Зажигается свет, ночь не стала. Уже тысячи. Если хочешь, новый борг.